Здравствуйте, Алексей Степанов, капитан команды САП. Сегодня игра получилась тяжелой. В нападении были проблемы у нас, и соперник построил грамотную оборону. Можно сказать, тремя людьми они оборонялись, мы не смогли ее вскрыть. У соперника был единственный момент, и они его смогли реализовать. То есть дальше, как мы ни пытались, взломать оборону у нас не получилось. Поэтому, в принципе, результат закономерен. 0-1 проиграли.